Представители органов власти Мексики поделились подробностями регулирования виртуальной валюты. Хосе Бернардо Гонзалес, глава отдела банков ценных бумаг и сбережений Министерства финансов Мексики, заявил, что правительство намерено контролировать покупателей и продавцов биткоина, но не сам виртуальный актив. Регуляторы обеспечат выполнение определенных правил для предотвращения отмывания денег, защиты пользователей и так далее.